землю открыть. Конвейер и ответ конвейер. 6433 на прямой конвейер. 6433 был со свободно. 6433 конвейер. Или здесь не разгоняется от пивного, да? Поэтому контроль скорости. Видишь, больше 120, это многовато. У нас перелет, мало. Сейчас у тебя расчет не в щиты, а в раздатать, что за спинет. Ниже носик, ниже. Вот так. Ногами корректирую направление. А нос пока не поднимаю. Вот щиты прошел. Выравнивай. Держи, 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 держи. Отлично. Это ты сделал сам, но чуть подпрыгал. Убирай резкие движения, они вообще не помогают. Они только мешают тебе управлять. Это сильно задвинул, принадлежал.
вся этот момент будет играть взгляд. То есть вот видение твоей земли. Выключаем фару. То есть ты вот его завел в ворота, прошел, выровнял, и у тебя взгляд на земле. Больше тебя скорость тебя уже не интересует, ты уже рядом с землей, ты его подвел. Надо видеть, где земля. Ее мы смотрим только в том месте, где ты ее показал. Понял. Заранее перед воротами тянуть на себя, а тоже лишнее действие посадить самолет, но тебе не поможет. Ты начинаешь, дошел до ворот на 5 метрах, начинаешь тянуть, гасить ему скорость, и он просто вниз рушится.
на третьем 200. 643, заход. Заход 643. Обороты убавил, сразу потерял высоту. Но это высовывался что-то. Не убавляю, пройди оборот с оборотами в разворот. Ну, давай вместе прошли. Вот вышел, на ориентир встал. Вот прибрал настолько, все, больше не надо. Скорость падает, выпускает флакерон. Устанавливает триммер, клади руку, все. И то это даже уже многовато. Чуть-чуть прибирает, но будет разгон. И давай самолет снизится.
643, заход. Заход 643. Газ собирать только после поворота, после выхода из него. И держи на себя нос, держи.